Приветствую на канале Ас Модеплей. Мы продолжаем играть Ассасин Черные паруса. Black Flag. Почему у меня такая одежда? Я нахрен не хотел такую. У меня белая одежда была красивая. От первого ассасина. Ой, ну ладно. Так. А, ну вот, все правильно. Подожди. Нет, мне надо сюда только по одной причине — нанять команду. Так. Блин, пинчуги, вы на моем острове нахрен. Ну давай, стабилизируйся уже здесь. Вот так, нанять команду. Так, наберите моряков команду. Ну, это мы знаем. Мы за этим и пришли. Ага, только один. Ладно. Так, тут игра. Ну, давай пополним тогда запасы, я не знаю. Блин, да чё ты... Что вам предложить, капитан? Это ОБС у меня жрет все это. Улучшение галки. Чертеж. Чертеж. Это надо вот по картам бегать искать нахрен. Не собираюсь. И без этого проживу. Внешний вид галки. Вот так вот. Ну давай, вот это купим. Блин. Вот так вот. Так, это нет, нет, нет. О, штурвал. А по поводу парусов... Но мне кажется, вот алые паруса были. Черные паруса. Белые паруса. О, паруса Альтаира. Вот, давай. Все. А, боеприпасы. Подождите. Да подождите вы радоваться, мать его. Ой, господи, как вам мало для жизни, для счастья надо. Ну, хотя, посмотрите, да, действительно, паруса Альтаира. Отличная сделка. Что вам предложить, капитан? Так. Продать. Продажа груза. Сахар. Продаем. Ром. Продаем. Все. И... купить, давай боеприпас, посмотрим, у меня что, тяжелые ядра есть, это есть, это есть. О, смотрите, у меня все есть. Спасибо за доверие. Так, куда мы отправляемся? А я хотел же, блин, захватить его так, чтоб... Ну ладно, потом. Давай. Ну вот, хоть нормально, прилично оделись. Минутку. Вот так. Спустить паруса, ловим ветер. Паруса к ветру. Давай. Споем, ребята. Oh hey ho, the one brunenji. Oh hey wa, the one brunenji. Так, а мы сюда-то за каким едем? Едем, едем в соседнее село, а на дискотеку. Так.
Из-за принципа. Денег у нас до хрена, жалеть не надо. Дадим ее вот этим пинчугам заработать. Снимем себе известность, раз уж мы тут рядышком. Вам не помешает исчезнуть, а вот теперь можно и двигаться. Подожди, а я так могу, нет? Блин. Хотел телепортироваться и внутри города. Ладно. Пойдем, пойдем, сейчас мы кому-нибудь натравим на вас людей. Вот где-то. Ладно. По пути еще будут. Вон они, ходят, падлы. Отвлеки их. Хрена какие. Так. Кстати, у меня здесь нет ничего этого. Ну давай, не выпендривайся. Охота на тамплиеров. Нету. Ладно. Так, ладно. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Пока у меня все есть, пока мне ничего не надо. Кроме видеокарты, мать его. Давай поговорим. Ну что, Аде? Этот бандит из африканской компании. Повтори ему все. Я не видел принцессу больше 2 месяцев. Значит, скоро вернется. Что еще? Я думал, этот из тех, что спрашивали про принцессу сегодня утром. Вот и сказал. Каких тех? Был важный моряк в лохмотьях. И господин со шрамом здесь. Где они теперь? Где-то неподалеку, вроде бы. Я устал гоняться за твоими мечтами, Эдвард. Команда тоже. Подожди, друг, мы уже близко. Жди. Так, найдите. Будем искать. На. Все испортили. Блин, людей много.
Проследите. Людей предупредили? Времени мало. Да. На перекрестке нас будут ждать два солдата. Хорошо. Позвольте обратиться, сэр. Зачем нужны образцы крови, что мы берем? Кто разговорит без крови, обсерватория не будет работать как надо. Не понимаю, сэр. Если кто хочет в обсерватории, скажем, шпионить Георга, ему понадобится капля крови в крови. Другими словами, за владельцем этой капли можно следить шаг за шагом. Ну давай. Торрес намерен. Я тоже капитан Хорнико. И все тамплиеры. Меры предосторожности. И залог доверия, полагаю. Да, не бойтесь. Образцы направили в надежное убежище, в Рио-де-Жанейро. Блин, давай, 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 давай. Да, сэр. Полагаю, это скромная цена за все то, что я получил от тамплиеров взамен. Губернатор, скажите, как вам удалось совладать с пиратами на Мадагаскаре? Полагаю, сработало мое обаяние. Да, конечно. Угрозы лишь крайние меры. На Мадагаскаре я поставил их перед выбором. Либо вернуться в Англию нищими, но свободными, либо быть повешенными. Well done. Так же, как на Насау. Именно. Жаль, коммодор Чемберлен не увидел, каких я добился успехов. Да, сейчас. Злорадство вам не к лицу, Роджерс. Заслуженный триумф, не так ли? Кого вы там высматриваете? Он многих ваших людей уже порешал, там в кустах он лежат. Так. А вы думали, я по крышам, да, побегу? Просто взял и за вами пошел. Хоть это, блин, не дается мне с трудом, видимо, где-то что-то. Это программка, что ли? Куда-то сюда направляются. Так. Ладно, идем. Так, 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 так. Без сопровождения они остались. Приветствую, магистр. Буэнос ночес. Что узнали? Пираты захватили принцессу 6 недель назад. Насколько мы знаем, мудрец Робертс был на борту. Хорошо. О. Уже кое-что.
И какие же меры мы предпринимаем, чтобы возвратить наш корабль? Капитан Хорниголд отправил своих лучших людей на поиски мудреца. А где мудрец находится сейчас, вам известно? В Африке, ваше сиятельство. В Африке? Туда не поймать попутный ветер. Знаю, магистр. Нужно было мне плыть самому. Так. Я просил отказаться от этой гадкой системы. В чем разница между порабощением всех и немногих? Наша цель — изменить ход развития цивилизации. Ведь так? Так, блин. Творение тела ведет к бунту разума. Но поработи разум, и тело само последует за ним. Это факт. Магистр. Вам удалось подслушать, да? Удалось. А точнее, где в Африке надо искать? В принципе, сэр, это островок. Отправили лучших людей. Берджеса и Кокрана. Верных каперов на быстрых кораблях, к тому же. Эдвард Кенуэй! Представь, как я был удивлен, увидев здесь твою галку! Услышал все, что хотел знать! Помчишься спасать мудреца из наших когтей? Чтоб ты сдох, ренегат! Ты нас всех продал! Ибо я нашел лучший путь, где есть порядок, строгость, правила. Но куда тебе до таких тонкостей? Прощай, мой друг. Ты был солдатом, когда сражался за истину. Не только ради выгоды. Ой. Да подожди, Вин. Да. Вот так я и убежал. А, так мне просто надо было пордите сигнальные колоколы. Убейте громил. Ну что ж. В Африку, значит. Поплыли в Африку. Давайте. Меня сейчас встретят там. Моя команда. Капитан у руля. Выйти в море. Сейчас будем перемещаться. Все паруса! Отдать Марселе и Бомбрамселе! Да. Эй, там Горбач! Да нам сейчас не до Горбача. Мимо вот этих скал. Да, кстати, Карибы. Почему пираты Карибского моря? Потому что в Карибах много было вот таких маленьких островков, где легко было затеряться.
И рифов дохренища. И всего дохрена. Всякого говна хватало. На. Ну, так-то ничего, нормально, да? Вроде как паруса-то приобрел себе. Неплохо. Я только у меня, походу, дело в меню, я себе песни отключил. Ничего страшного. В тишине. Даже видно, как я штурвал там кручу туда-сюда, сюда-туда. Правильно. Верным курсом идем, товарищи. На другую локацию переходим, да? Ах. Нет, он нам не нужен. Пусть дальше взрывается. Нам осталось-то тут немного. Галка. Да. Уплыл. Доверие заслужено. Уплываем в другие края. Дембеля, дембеля, дембеля. Мы плывем к берегам Африки. Почему-то команда мне не верит. Пираты мне не... А катидим. Тамплиерам верят все. Еще и работают на них, блин, без устали. Мы бедная организация. Они почему-то богатая организация. Что за бред? Так, а куда мне? Ага, мне вот сюда. Ясненько, понятненько. Задраить люки. К ним подходит хищ. Убавить паруса от бури. Удачная позиция. Круче к ветру. Он идет ко дну. И в щепки. Они уязвимы здесь. Надо бить. Так. На всякий. Дрови, нагитовы. Не вышло. Перезаряжай. Неплохо потрепали. Спешим как можем. Ударим по ним здесь, Кэп. Батым и дорога. Потопите вражеские корабли. Ладно. Капитан на вахте. Раз у нас задание такое. Слева, капитан. Сэр, там плавает добыча. Насрать на добычу. Вот теперь пойдемте туда. Еще паруса отдать. Отдать гроб. Чтоб каждый пару.
гоню за ветром! Лисели поднять! Ловим шквал! Спустить промселя и бомбромселя! Ва! Ослабьте старушку, ребята! Давайте, старушку. О, кстати, это да, это мне нравится, как вот этот островок-то. Здесь, да. Твою мать, зачем ты туда полез? Теперь-то я могу здесь, да, волю понахренакаться. Для начала откроем себе местность. Ну давай. Блин. Типа как Волгалу там не поди, уже не записать будет, да? Я в нее, правда, не играл. Волгалу. И не играл в Египет этого гребаного. Ну, с ОБСом я уверен, что они не пойдут в записи. Вот и все. Так. Да беги ты. На. Вы думали, я вас буду взрывать, да? Делать мне нехрен. Так. Ну, я уверен, что это вот так делался. Вот так. Спят. Нет, убиты. Капитан Кенвей. И вновь опасный момент, Робертс. Пора нам уже прекратить вражду. Тогда не преследуй меня больше. Мне это ни к чему. Я верен своему слову. Капитан Хоуэлл угодил в засаду португальцев. Упрямый глупец. Я его предупреждал. Тамплиеры. Это они, Бёрджес и Кокрам. Те же, что привели вас в Гавану. А, видно, тамплиеров уже не скрыться, да? Полагаю, пора дать им отпор. Приятно это слышать. Я знаю, как это сделать. Но эти Бёрджес и Кокрам, они не должны унести весть о моем побеге. Поверьте, не унесут.
видите кого из моей команды, отправьте их ко мне, будьте добры. О, конечно. С этим проблем нет. Давай. Это только начало. Давай. До конца. Вот так. Уж какой я мясник. На. На. Ой-о. Так, а мне куда? Мне поди сначала туда, куда-нибудь сходить, нет? Ну, тут кто-то должен быть. Оп. Прекрасно. На. И все это тихо. На. Ну давай. Так. У меня еще сундуки там, да? В принципе, ну и хрен на вас. Я имею в виду на сундуке. Так. Вот и прекрасно. Станьте инкогнито. Сойдет. Так, теперь вторые пленники. Блин. Ну давай не глюкай нахрен. Ни с того ни с сего что-то подвисаешь. На.
пока вроде неплохо. На. Хоп, хоп. Господи, что за мясницкая душа? О, ну-ка давай-ка вот так вот хоть веселье будет. Хоть какое-то развлечение. Что-то никакого развлечения нахрен, просто они его захренать. На. Подождите, я так думаю, наверху все равно там еще кого-то надо освободить. Да и на вышке посмотреть. То есть с вышки посмотреть надо. Так. Ну, кстати. Все-таки я прав, где-то здесь. Так. Прекрасно. Да, мать его, слезь. Вот так. Где-то рядышком, да? Вот так. Проходим вот сюда. И отсюда смотрим. Вот что. Вот так вот это. Ребят освободил. Так, я один раз уже здесь был, да?
Так. Ух ты. Цель потеряна, я где ее найду? Ага. Ладно. Раз. Блин, цель потеряна. Меня заметили, значит. А, вот, если замечают. Все. Значит, надо сделать так, чтобы тебя не заметили. Понятно. На. Не понимаю, здесь-то я чем не накосячил, чем? Ой. Тихо. Как я понял, по-тихому можно убивать. Руки в ноги, а не то оставим вас тут.
Ага. Эй, хватит спать, собрались и бегом в порт. Мы уходим. Давай. Вот так. Всех. Ты помог нам, Кенвей. Доказал, что ты ассасин. Но зачем? Потешить свою гордость. Вы встали у меня на пути. Не стоит так делать. Эгоист и дурак. Хорнигол был прав. Он для меня ничто. Пустое место. Как и все вы. Напрасно, Кенвей. Вспомни, ведь именно тамплиеры помогли нам. Не король, не родина. Тамплиеры. Тамплиеры — наша семья. А где твоя? У меня много. Где? Все, подыхайте. Все. Доступное изобилие, удовольствие, легкость, свобода и сила. Кто же в своем уме выберет ту жизнь, когда единственная угроза пиратству — косые взгляды бессильных мира сего? Так. Я даже не знаю. Так, о, улучшение Эдварда. Нет, ремесла. О, а это дротики делать. Так. Имеется одна, нужно две. Понятно. Ничего, купим. Да. Я среди вас 6 недель. И за это время стал мыслить так же, как вы. И признаюсь, убеждения мои стали так сильны, что их яркость непривычки, возможно, даже пугает вас. Но если вы видите во мне капитана, черт подери, я буду им. Надо было реплику слушать, да, здесь получается? Я пробовал все это, и теперь я знаю, лучше быть капитаном, чем обычным человеком. О, боже, ваше упорство мне льстит. Я ищу обсерваторию. Говорят, только вы знаете, где она. И это так. Хоть мне и претит такое рвение. Но я вижу в вас скрытые таланты. Бартоломью Робертс. Эдвард. Пока мне нечего сказать. Жду через 2 месяца. К западу от подветренных островов. Поможете мне, я дам ответ. Хорошо. Поможем. Освободите пиратов, а я 2 же освободил. 2 группы или как? Или где-то не засчиталось это? Не понимаю. Ладно. Не очень-то они нужны. Меньше пиратов. Меньше жертв. Меньше крови. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блин, а я помню, когда первый Ассасин только выходил, какая реклама была у него, господи, обзоры Мистериоса, сентябрь 1719. Забавно. Цингу лечить приятнее, чем болеть ей. А как словишь что-то от шлюхи и лечишься ртутью,
Мечтаешь заражаться снова и снова. Пипец. Вас что-то тревожит? Да, конечно, все хотят жить по правилам, так? Да. Но под давлением инстинкты побеждают законы, сковывающие всех. Что влечет кредо, если оно не вызывает одинаковые поступки? Оно дает ощущение причастности. Что скажете? А, люди — это овцы. А старый волк вроде меня по праву пьет всю эту кровь. Отправляйтесь сюда. Лишь с верными людьми. Верные люди у меня есть, да. Господи, пистолеты на груди носить. Да. Куда мне? С верными людьми. Ну ладно, давайте. Посмотрим. Вот так это выглядит. Доберитесь. Потом. Все потом. Ладно, возьмем, она где-то здесь у нас, да? Где-то тут она у нас. Вот здесь. Добрая охота. Добрая. Ой. Я же все равно вас не собираю, так что. Так. Фрагмент памяти. Надо было потуда, да? Ладно, вернемся. Ничего страшного, вернемся. Вот почему здесь закрытая территория это была. Каждый островок, чтобы облазить.
Так, а я вроде на тех самых островах, куда и надо, да? Ну давай. Мне это в принципе без разницы. И вниз. Хорошо. Пойдем, выкопаем. Раз мы здесь. Прыгните с воду с высоты 45. Испытание абстерго. Вот еще камушек, значит. Ага, еще камень. Так, сейчас залазим наверх или куда? Или мне сюда надо? Здесь-то я не залезу. Придется тут. Кто-то там охраняет всем своим стадом. Так. Ага. А вот ничего страшного. Опаньки. Вот так. На. Два камня на одном месте, да. Ага, еще камень. Все, мне надо выходить, в общем, получается, на галке, в море. Мог бы, конечно, и сразу захренакать. Роты отдать, вперед! Ноги, Кашко, к ветру! Спустить паруса! Убрать град... Так. Блин, надо захватить эту хрень. Проще. Капитан на вахте. Так. Отдать троты по ветру. Так. Рифы на гротах. Поднять брамсели. Еще парусов. Еще, конечно. Давай, красотка, расправь крылья. Правый борт, кэп. Ого, добыча. Рифить все марселя. Ослабьте старушку. Так. Выходим, да. Давай я помечу на карте его нахрен, чтобы нам не ошибиться с вами. Отдать все, вперед! Так. Так.
Сваливаем. Охренеть. Конечно, попали. Так. Ты уже уничтожено укрепление. Сваливаем. Вот что я могу сказать, ребята. Пока тот толстый и жирный не повернулся к нам. Да, он преследует, наверное, нас вон. Так, это что? Линейный корабль. Охренеть. Ну нам-то не он нужен. Смотрите! Вот так громада! На событие. Куда-то сюда нам надо. Одно из укреплений. Из укреплений, кстати, я даже не знаю. Всегда вообще-то от начала до конца ее гасят. Восстановятся вот они или нет. Надо было попасть под этот обстрел. Ну, в принципе, недалеко. Вы только не трогайте меня, ребятки. Даже галку починить с вас не хватит дерева. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Бутылочка. Принцесса. Давай. Начать задание. А, капитан Кенуэй. Ваш или мой корабль возьмем в этот раз? Я бы хотел сначала узнать детали. О, маленький гамбит. Сей информант сказал, что на Галеоне поблизости есть нужное мне сокровище. В его же интересах не лгать. Вы продумали план? О, да. С его помощью мы добудем португальский флаг и подберемся к цели близко. Эта идея очень проста. Если выполните мои приказы в точности. Берем галку. Отлично.
Тащите этого козла. У нас недовес, Робертс. Каков наш план? Флагманский корабль перевозит в большом сундуке очень ценный груз. Хрустальные фиалы с кровью. Возможно, помните. Погоня за кровью? И это все? Так. Ага. Я попросил вас следовать моим инструкциям, капитан. Права задавать вопросы у вас нет. Добудьте фиалы в целости. В противном случае расстанемся врагами. Усвоили? Я рискну. Ну как это расстанемся, если ты у меня на корабле, и тебе просто захренакают. Разворачивает нас. Так. Нормально. Еще бы все мели бы здесь знать, вообще бы красота. Вот что нам надо, капитан. Видите тот корабль? С его флагом трюк бы удался. Коль удастся украсть флаг так, чтобы никто не заметил, украду. Постарайтесь. Так. Ну давай, опа. Como se encontra nesta noite tão formosa? Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarpar. Ah! И жду, что один из наших навигаторов. Блин, вы еще по-нерусски разговариваете. А homens em terra neste momento em busca de uma árvore. Silva, tal propósito. Bem, mercadores portugueses. Então, quantos julga que será? Compõem a maior parte da nossa frota, senhor. Dos nossos 42 navios, diria que mais de 2/3 são embarcações mercantis. Да. О, так мне не обязательно тихо-то. Да. Блин, блинский. Попадец, привет. Опа. Да. Ну ты один остался на корабле, ты понимаешь, идиотинушка. Отсюда слетели, а туда взлетели. Да нет. Так. Блин.
скручиваем. Ни хрена себе там плакса, целый парус нахрен. Мимо корабля. Так, флаг мы достали. Кстати, надо галку починить за счет них сейчас, пока никого нету. Флаг так. У вас? У меня. Ага, как раз вешаю. Наше дело выгорит. Не так близко. Помедленней. Да, от цепких глаз этот флаг нас надолго не защитит. Надолго и не надо. А чем он там скулит? Он не скулит, он в восторге. Я превосходный капитан, пока что иду все по плану. Так. Вперед! Они что-то сгружают с того корабля. Может, это наш приз? Сейчас и посмотрим, что это. На берег, капитан Кэнл. Найти сундук. На, мимо. Вот так вот и еще раз мимо. И последний. Он что, сам на свою бомбу, получается, налетел? А, нет. Живой, смотрите-ка. Уйди ты! Твою мать, чуть из-за этого нахрен не погиб.
Пустые фиалы. Подожди, я уже залазю. На берег вытащен сундук с пустыми фиалами. Где наш португальский капитан? Он нам уже без надобности. Где он? Спит себе спокойно на дне моря. Скольких еще убьем за этот приз? Всех, кто попадется нам на пути. Тебе-то зачем фиал этих? Хочешь... А, в обсерваторию он хочет их следить за ними, проследить. Убавить парус. Отдать лиселя. Убавь паруса. Так. Ставь паруса. Блин, преградили-то там. Привести к ветру. Убавить парус. Вот так. За носом вырулили. Ставь паруса. Все. Наше сокровище на борту Галеона. Может, захватишь его и сэкономишь время? Да, я бы так и сделал. Я подведу галку ближе, но осторожно, там вахтенные. Ты прав. Я разберусь с ними. Вахтенные. Мимо. Мимо. Блин. Não tem vergonha em dizer que esta é uma bela noite. E tem esse... На. Да подожди ты. Вот так. Сейчас потеряю, нет? Блин, далеко. Дай!
Михаил! Понял! На! Он тебе падла. На. Просто град из людей. На. Подстрелил. Нас заметили, но не сразу. По местам, вставай к пушкам! Все до одного! По вашей команде! Пусть этот зверь зарычит! Блин. Ну давай попробуем. Кроки по ветру! Нам нанесли удар. Так. Блин. Надо прорваться. Надо вырваться. Давай. Сбегаем. Блин. Бегемотика украли. Ясно. Хватит халтурить, Линтон, работай. Отправим уваней на дно. За! Вижу еще врагов, сэр. Мы скоро развалимся, Кэр. Кому? Вроде все, да? Готов, сэр. Не попали. Меня не подождем. Ждем приказа. Они уязвимы здесь, надо бить. Скоро станем кормом для рыб. Да я знаю. Да ё-моё! Ещё! Блин.
сбежали с передячим паром. Моя добыча. Тамплиеры времени не теряют. Кровь Лауренса Принца. Ни к чему. Вудс Роджерс, Бен Харнигал, даже Торрес. Всего по капле для особых целей. Отведите меня в обсерваторию. Хочу знать, что это. Зачем это, а? Хотите меня обмануть? Или работать вместе для общего блага? Хочу улучшить свой удел. Какие глупости. Короткая, но веселая жизнь. Вот мой девиз. Для меня все просто. Взгляните, капитан. Вы заслужили. Ну, давай взглянем. Так. Поймать ветер! Что? Так, а мы куда плывем-то? А, ну, блин. Все паруса отдать! Да, забивай! Я-то думал, мы сейчас пересекать будем всю карту практически. Пожалуй, стоило бы осмотреть якорный плюс. А мы, оказывается, где-то тут недалеко. Охота на тамплиеров в прошлом. Специально за ними, видите, не охочусь. Ну что, паруса все готовы? Паруса все готовы. И даже те, которые думают, что не готовы, все равно готовы. Тихо, тихо. Песню запел. Спустить бомбу Марселя, Марселя! Убрать крюш Марселя! Так, а мне к тебе надо вообще? Двойки вниз, по местам стоять! По ходу дела. Спустить все, кроме грота! От ветра! Чувствуешь, Аде? Мы совсем рядом с величайшим призом. Я чувствую только ветер в ушах, капитан. Перестань. Этого сокровища нам хватит на всю жизнь. На 10 жизней. Как скажешь. Эгей, Робертс. Встретимся на берегу. За вами следили, капитан Кенуэй? Интересно, долго ли? Хорнигол! Сжечь этого предателя. Разберитесь со своим старым другом, пока я не пожалел, что пошел на это. Давай. Предатель, значит. Капитан, подумай, правильно ли ты поступаешь. Хватит тебе ворчать, Аде. Капитан Хорниголд хочет нас убить. Предатель должен умереть. Но что потом? Уверен, что заслужил обсерваторию больше, чем он и его тамплиер. Так. Господи, так мне же его еще и искать надо, да, значит, получается? Нет, вовсе нет, но что остается? Если есть другие идеи, так не молчи! Забудь о Робертсе. Скажи ассасинам, пусть придут и защитят это место. Ага, пусть придут. Обойдется им это в кругленькую сумму. Если Хорнигол заведет нас дальше в туман, битва будет сложной. Мы около хребта дьявола. Ты про утесы, похожие на хребет чудища? Да-да-да. El Espinazo del Diablo, как говорят испанцы. Блин. Плохо дело. Похоже, фрегат. Чертов королевский флот. Он один, сэр. Стреляют! Плыть! Покрылись! Старьте-ка по ним, сэр! Готовы! Садитесь, у них залп!
Хренакаем. На. Вот так. Не сходя с палубы. Починить галку, конечно. Так. Свободу гротам! Здесь слишком узко. Смотри, не посади нас на мель. Осторожнее со стороны. Давай-ка. На. Еще сколько-то надо, да? Убьем тогда сколько сможем. Да. Опаньки. Все, чиним галку и что, снижаем известность. Ага, давайте снизим известность. Мне нужны люди. Нужны будут. Так. Да.
прям в упор нахрен. Я скоро вернусь. Давай, с предателями именно так. Капитан за бортом! Ой, ну ладно, раз уж я здесь. Так, еще раз пытаем счастье. Кручу, верчу. Не, подожди. Вот так. Вот и все. Сейчас выкопаем. На. Пока никто не видит ножки. Шарк, шарк. Еще один камень майя. Так. Понятненько. Только там, да, можно подняться. Ты козлина. Многие выжили, да? Стань стол. Вот чертов подлец! Я знаю его натуру! Убить меня решил! Разрази меня гром! На. Ты мог
бы бороться за нечто истинное, но выбрал путь убийцы. Да сейчас. Искупить свои грехи тебе нечем. Зато мои руки чисты, Бен. Чертов Иуда, поставивший себя выше, да, друзей. Но так и есть. Что ты делал после Насао? Только убивал и калечил? Ты служишь тем, кого мы всегда ненавидели! Нет! Эти тамплиеры другие, жаль тебе не понять. Если продолжишь в том же духе, вскоре останешься в одиночестве. И придешь к виселице. Может быть. Но одной змеей в мире стало меньше. Этого довольно. Итак. Так, надо открыть возвышенность, мало ли, вдруг мне сюда надо будет. Ты уж извини, я не претендую, конечно, на твои яйца. Со своими бы остаться. Кто так строит? Еще кольцо поставили же. А ведь я почти уже нашел эту обсерваторию. Осталось-то тут только в нее подняться, доплыть и подняться. Вот сюда. Шевелись, коллеги, к парусам! Давай. Море разбушевалось. Ничего страшного. Как разбушевалось, так и успокоится. Тем более мы уходим из этой зоны. Давай. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он летит что-то на своих парусах. Тыры-пыры, тыры-пыры. Вот так. Ух ты. Ах ты, все мы космонавты. Да. Работенка у него та еще. Штурвал, кручу-верчу. Выжить хочу. Ой. Так, вот если волна ведет на нас, мы ставим нос вперед на волну, чтобы нас не опрокинуло. Но если нам туда не надо, куда мы должны нос разворачивать, нас же опрокинуть может. По идее, так перевернет нахрен судно. Ой. Ой. Держись! Держись!
Охренеть. Водный торнадо. Нас утянет на дно, капитан. Приготовиться! Спустить промселя и бомб промселя. Спустить. Поднять все. А мне такое чувство, что он специально нас преследует. Спустить все, кроме рота. Держись! Живо, живо, живо! Отдай дроты по ветру! Извини, мужик, тебе просто не повезло там в воде. Давай, давай, давай. Тут частый враг. Отдать все, вперед. Накидывай. Хрен там. Рот мачта, топ фалы подтянуть. Вы-то что так спокойно здесь? Я-то как главный герой, меня-то может... А как, блин, это вот другие-то добираются? Ждут, когда шторма пройдут? Сомневаюсь. Это, блин, как в фильме, который... Остров какой-нибудь, который защищает шторма. Блин. Отдать Марселе и бомб Рамселе. Страшная вещь. Откуда тут человек вот еще? Эх. Ой-ой-ой. Садите ко мне залп, капитан. Выполняем. Ударим по ним с тестем. Да. Так. Меньше ход, упал курсор. Пал по правому, пал по левому борту. Держимся. Блин. Готов. Подпустить паруса, ловим ветер. Уже скоро, сэр. Давай. Подожди.
хорошей дистанции. Паруса, удар! Хороший залп нам поможет. Подходящая дистанция. Подожди, проскакивай, проскакивай. Сейчас накатит по правому. Вот теперь еще и починим. Он идет ко дну. Все паруса отдать. Рифить все мастера. На реи спустить паруса. Так. Только пустите меня. Ничего. Так. Где еще один? Опаньки, да, опаньки. Сейчас перезарядимся, подожди. На. Вот и все. Фух. Теперь-то погода улучшится. С ними пока. Отлично. Считайте, вас уже никто не ищет. Так, мне надо починить корабль. На боеприпасы. Все. Ну и команда у меня, да. Команда пострадала, конечно. Погода лучше не стала. Вот сюда. Буквально за поворот. Давай. Возможно, даже сегодня завершится. Посмотрим, чем она завершится, конечно. Ну, сундук какой-то пометил, блин, случайно. Вот так.
И... Почти приплыли. Давай. Ой. В прошлый раз я что-то бегал-то по обсерватории-то там скакал. Шварно было. Ну, давай, сохранение. Господи. Охотник на пиратов мертв? Да, от моей руки. Откуда вы знаете, где то, что ищут многие? Я помню это место с рождения. Впрочем, все происходило в другом времени. Как в другой жизни. Проклятье. Выражайтесь яснее. В другой раз. Прошу вас, капитан. Впереди небезопасно. Ну это да. Только не безопасно для кого. Не сдадутся без боя, Эдвард. Вы готовы сражаться с ними? Готовы убивать? Расчистите джунгли. На. Ну вот. Блин, где-то я там... Ага. Нет, все-таки где-то, да, я там пропустил. Давайте-ка открою местность. Подождите. Это корабль, да? А, нет, вот. Заползай. Расчистите джунгли. Продолжаем нашу кампанию. Синхронизация одна из трех. А, это на этом острове. Так. Ой, твою мать.
Да. Вы отбились от Бармалея у его людей. А, вон оно что, Михалыч. А я думал, я пока свободная птица. Бегаю по острову, весь в моем распоряжении. Вы готовы сражаться с ними? Готовы убивать? Ну, опять. Давай. Все. Опа! На! Ну я тебя так вижу. Надо идти. Так. Взять боеприпасы. Так я еще ничего и не потратил. Где-то еще кто-то. Ага. На. Залазим наверх. Опа. Вон оно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Открываем местность здесь. Давай.
Блин, если они вот это все строят, и мы строим то же самое, так чем от них отличаемся-то? Так же нахрен, даже постройки те же самые. Давай. Ой, тоже чужой против хищника, там тоже, блин. Здесь какое-то красочное, ярко. Там-то... Темно почему-то. Ладно, стрелять у меня есть чем. Даже больше, чем есть. Да хрена я больше. Могу стрелять. Опа. Не такие уж они и простые. Там всего один. Вверху уйдет. А я его как раз высматривал там. Ну давай. Так. Иди ко мне. Где-то здесь. На. Так. Доживает свое. Идем за мной. Да, только куда? Ты, я тебя веду, я сам еще не знаю. Ну, главное, что за мной. Thank you.
Так, минутку. На. Блин, на этот фонарик появился. Пока вроде нормально иду. Только что-то за дикари. Вот. Я и пришел. Да? Смотрится, что ни хрена это не древние люди делали. Пластинами обшивали тут все. Так. Последний рывок, обсерватория. На. Блин, это обезьян был. Следовать. Подожди. Так это обсерватория? Все это? Подожди. Мать твою. Вот так. Возможно, я даже их все собрал, кто знает. Я могу даже какую-то награду себе взять. Еще один. И откроется дверь спустя 80 000 лет. Да. Боже, Робертс, вы сошли с ума? Напротив, Эдвард. Это они сошли бы с ума, узрев то, что за вратами. Вы же, полагаю, покрепче рассудком. Так, ну ладно. Берите сундук и несите сюда. Так, а ты не бежишь уже, да? Какая грязь и ветхость. Я помню все иначе. Где-то хоть прошло бегали. 80 тысяч лет.
Вздор. Не может быть. Ступайте осторожно, капитан. Признаться, меня очень увлекло новое занятие. Вы удивитесь, но я придумал свой собственный кодекс поведения. Собственное кредо? Да, для порядка. Я запретил азартные игры на палубе. Из-за них одни ссоры, а не товарищество. Дезертирство тоже под запретом. Я требую, чтобы мои люди всегда держали оружие в полном порядке и наготове. Только взгляните. Красиво, правда? Верно. Будто картина из сказки. Или древней поэмы. Когда-то о ней слагали предания. Красиво. Слухами, а те легендами. И, как обычно, факты стали выдумкой, а затем и вовсе исчезли. И здесь фиалы. Да, здесь находится кровь древнего народа. Дивной расы своего времени. Вот теперь, друг, я вас вовсе не понял. Неудивительно. Помните одно. Кровь в этих фиалах больше не стоит ни единого реала. Ее оценят, но позже, не в этом веке. Давай, шевели быстрее батонами. Мы на месте. Ставьте сундук сюда. Что за шум? Ах, да. Меры предосторожности. Минуточку. Вот так. Охренеть. Что это за место? Представьте большую подзорную трубу, как у моряков. Вот только оглядеть можно весь мир. Куда смотреть? Это колдовство. Нет, это господин Джек Рекхэм, где бы он сейчас ни находился. Нассау. Он сейчас там? Он это видит? Да. Не знаю, Джим. Понятия не имею, как управлять кораблем. Не женское это дело. Вздор! Я видел многих дам, которые умеют ставить паруса и крутить кабестан. А сражаться меня научишь? Кортиком, скажем. Или стрелять? Джин. И не только. Главное — желание и упорный труд. К успеху надо идти уверенно. Эй, парень, убери лапы от моей девки. Сгинь, пока цел. Ты не в себе, Рекхэм. Нашел парня тоже мне. Оу! А что такого, парень? Сейчас люлей получит. Забавные. Давайте еще. Губернатор Вудс Роджерс. Давай еще. Губернатор Вудс Роджерс. Это смелая мысль, но я должен ее обдумать. Предложите палате общин принести присягу верности. Клятва, жест и церемониальная капля крови, взятая из пальца. Только и всего. Убедить министров непросто. А палату лордов не составит труда. Они обожают пышные церемонии. Именно. Скажите, что это присяга королю против бунтовщиков-якобитов. Да, точно. Ах, тамплиеры. Кровь – важнейшая деталь. Добудьте образцы от каждого. В обсерватории мы должны быть готовы. Согласен. Ценная вещь, видите? Колдовство, точно. Вовсе нет. Наука. Все механизмы этого устройства вполне материальны. Они древние, но отнюдь не сверхъестественные. Мы так завладеем всем океаном.
Какие планы? В моем кодексе нет ни слова про верность. Вы были пешкой, и партнерства больше нет. Ты покойник, Робертс! Так, ну давайте пока выберемся. О! Сюда. Так. Понятно. Так. Залазь, залазь, залазь. Так, 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 так. Тут сейчас вот ползать придется, правда. Пипец как. О! Не-не-не-не-не-не-не. Чуть повыше, давай. Вот так. Молодец. Ну, давай. Вот что-то я быстро вылез-то нахрен. Раньше мне казалось, я долго должен ползти. Или может я не там ползал. Или может не та обсерватория, не та игра была, где я так ползал. Подожди. На. Ой. О, галка улетела, Эдвард. Да? Прелести демократии. Это ведь власть большинства. Я взял бы вас с собой, но... С вашим темпераментом опасаюсь, как бы нам всем не сгореть. К счастью, король обещал награду за вашу голову. И я хочу получить ее. Юноша, вы когда-нибудь видели тюрьму Ямайки изнутри? Видели? Видел. Что, это еще... Ай-яй-яй, и это, оказывается, еще не все. Он меня сдал. Что, пересидел за компом, что ли, или что? Кухня. Спальня. Привет. Ты как? Чувство тревоги пройдет. Это Мидазолам. Сожалею об этом, но... Несколько раз взламывали защиту, пришлось принять серьезные меры. И... Оливье пропал. Уехал в Чикаго 2 дня назад.
С тех пор его не видели. Да, это слишком, но с таким высоким уровнем доступа у нас обязательства перед акционерами. Учти, будет компенсация, когда хакера найдут. Ну? Отдохни, ладно? А хочешь, собери еще информации? У тебя получается? Показать бы, что мы сделали с материалом. Пока. Так, давай, другой подключайся, давай. Так, тебя бросили в бункер. Славно. Эти тамплиеры серьезные ребята. Да, надо бы удалить весь их компромат на тебя. Как тебе звук? Кстати, я дал тебе третий уровень доступа. Так, отправляйся в комнату охраны и по камерам наблюдай за серверной. К сожалению, Мелани сейчас там. Когда я выпровожу ее, настанет твой черед. Я бы сам почистил серваки, но как глава IT стану подозреваемым. Это сделает тот, кого уже заперли. Эй, эй! Ты же помнишь, что тебя заперли, да? Вернуться наверх плохая идея. Блин. Никакого кайфа нахрен. Ладно, слушай, я вхожу в серверную. Как только мы уйдем, иди туда. Ну давай. Ага. Нет. Так. Вот так. Ваше присутствие здесь ни к чему, мисс Лемей. Всем займутся мои люди. Лишние глаза не помешают, Джон. Мы ничего не знаем. Проверка данных займет месяцы. Неделю, максимум. Слишком долго. Нельзя столько держать людей в заперти. По закону можно. Для того и наняли. Пусть они и не читали контракт. Да, верно. Но мне не по душе. Что делать дальше? Мы уже обрабатываем данные. Сегодня начнем анализ. Даю слово. С меня кофе идет? Так, свалим, да? Ну ладно, все, уходим обратно. Желательно быстро-быстро. Быстро-быстро. Так, оставил ее у кофебара. Найди сервер с сетевыми логами. Поскольку у меня есть записи всех твоих входов в систему, поищем их по времени и изменим на что-нибудь безобидное. Плевое дело. Охренеть, так это еще не все, еще придется сейчас. Ну вот, чудненько. Я ставлю апдейт на твой коммуникатор. Написал программку специально для этого. Готово. Вроде получилось. Попробуй. Нет. Вот так. Так, ладно. А, вон шарик. А не та. А я почему на ней не задержался? Ой. Ага.
Блин, до середины-то еле дошел. Да, ёд, твою мать. Попал, все нормально. Блин. Шарик. Лошарик. Чего это? Начало 18 века. Моряки и бродяги зарабатывают на жизнь клинком. Им неведомы закон, мораль или страх. Только измена, мятежи, жестокость и кутежи. Золотистые пляжи полны добычи. Хотите рискнуть, бросив вызов пиратам из кошмаров? Бенджамин Хорниголд, Калика Джек, Чарльз Вейн и Черная Борода. Эра головорезов. Все, бежим домой. Я чувствую тебя. Но, увы, не могу коснуться. Сигнал слишком слаб, и у меня мало сил. Нечеткость. Я словно туман. Белый шум, окутавший сеть, эту нервную систему мира. Слышишь ее? Я слышу ее. Но выбора не было. Катаклизм смел все сомнения. Да. Слава несчастному Дезмонду, отдавшему жизнь, чтобы вы, дети наших трудов, смогли жить и исполнить нашу волю. Мою. Но сейчас не время. Моих сил не хватит, чтобы укрепиться в органическом теле. Надо найти объекты, артефакты. Завершить труд, чтобы это стало возможным. Что происходит? Отвечай! Возродите меня, дети мои. Мои орудия. Будем стараться. Исполните свое предназначение. Отвечай! Нет! Что-то не так! Проклятие! Она где-то здесь! Да! Должна быть в твоей проклятой голове! Черт! А ты знал это, да? Пощадила тебя! Зачем ты здесь? И все это время знал про нее. Суд Его Величества утверждает, что подсудимые Мэри Рид и Энн Бонни по злому умыслу в пиратской манере захватили и присвоили 7 рыболовных судов. Также, по мнению суда, подсудимые подстерегли в море, атаковали и захватили 2 торговых шлюпа, подвергнув жизни капитанов и команд смертельной опасности. Эдвард Джеймс Кеннелл. Появился на свет в Суонсе, в семье англичанина и валийки. В 18 женился на Кэролайн Скотт. Живут врозь. Говорят, она просто красавица, но со здоровьем беда. Только троньте ее! Не ожидал найти вас в ямайской тюрьме среди этих подонков.
По слухам, вы водили дружбу с пиратом Робертсом. Если знаете, где обсерватория, скажите нам, и сразу выйдете отсюда. Роджер сдерживает английских псов пока что. Но вот ваша участь, если не станете помогать. Вы, Мэри Рид и Энн Бонни, отправитесь из этого зала туда, откуда прибыли, и затем к месту казни через повешение, и будете висеть там до тех пор, пока не умрете! 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 Ты какой-то идиот. А вздор! Да смилостивится Господь всемогущий над вашими жалкими душами! Мы беременны! Вы все слышали? Что она сказала? Просит отсрочку, милорд. Да, беременных ведь вешать нельзя, верно? Тихо! Тихо! Если ваше заявление правда, то казнь откладывается, но только до момента родов. Что ж, тогда я буду беременеть год за годом. Увести их! Логично. Неожиданно. Четыре месяца спустя. Кенмор, Конвей. Он же Уолпол. Уолпол? С чего ты взял? Да слухи ходят. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.